В Северском районе чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. В станице Азовской с наступающим Днем Победы поздравили Максименко Дмитрия Никифоровича. Глава района Андрей Дорошевский пожелал защитнику Отечества крепкого здоровья и долгих лет жизни, а местные артисты исполнили всеми известные фронтовые песни. В районном центре поздравили трех ветеранов. Василий Филиппович Черепов был призван на фронт в 1943 году. Служил стрелком и минометчиком. В честь ветерана военнослужащие инженерных войск Афипского гарнизона прошли торжественным маршем. Олейников Михаил Емельянович, ефрейтор, награжден медалями за победу над Германией, знаком «Фронтовик» и юбилейными медалями. Андрей Дорошевский поблагодарил героя за его подвиг. Благодаря вам, все здесь, которые собрались, можем сейчас жить и наслаждаться мирным небом, радоваться тому, что у нас есть наша Родина, которую вы отстояли и отбили у врага, у оккупантов. Низкий вам поклон и большая благодарность. Александр Алексеевич Олейник – коренной житель станицы Северской. В годы войны служил в пехотном полку 49-й дивизии. Выражаем слова признательность за то, что вы, ваше поколение, спасли наш мир от захватчиков, не допустили разрушения нашей страны, не допустили уничтожения российского народа. Особое праздничное настроение задали песни военных лет в исполнении артистов Северского дома культуры. Каждый ветеран получил продовольственные наборы и памятные подарки.